Manaslakaya Chakshun Mulitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. By the gracious mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to the supremely pure, transcendental holy place, Lohavan. По бесконечной милости Шиши Гуру Гуранги сейчас мы прибыли с вами в это чистое трансцендентное место Широкаван. Камеру, камеру. This place is a place of very intense love in separation and in nitya. Это место является местом величайшей любви как в разлуке, так и во встрече. It is a place of the deep pain of Sudirga Pravas, separation from Krishna for a long time at a far distance. Это место является местом разлуки в Судирга Правасе. То есть в тот момент, когда разлука, она очень-очень долгая и на большом расстоянии. And at the same time, it is a place of Samriddhiman Sambhog, fully nourished, ecstatic union. И в то же самое время, это место является местом Самриддхиман Самбога, то есть встречи, которая абсолютно, но это как чистый полет, то есть чистое вдохновение, она ничем, никакими тревогами не прерываема. Why? Полноценная встреча. Почему? We have been to the place where Sri Krishna's Prakat Lila began in Gokul, and now we have come to the place where it was finalized. Мы были в том самом месте, где началась Пракат Лила, проявленная Лила Шри Кришны. Это место Гокула. И сейчас мы прибыли в то самое место, в котором Кришна Лила, Пракат Лила, подошла к концу. When Krishna left Vrindavan and went to Mathura and then to Dwaraka. Когда Кришна оставил Вриндаван, отправился в Матхуру, потом в Двараку. All the bridge buses were in a very pathetic state because all their senses, their prana, their mind, everything exists only to serve Krishna. So in the absence of Krishna, their existence has no meaning. И все в Раджабасе не испытывали сильнейшую разлуку, потому что все их праны, чувства, их умы, их жизнь, они полностью подчинены служению Шри Кришне. А в отсутствии Кришны им просто ничего не оставалось делать. Поэтому это место является местом величайшего патетического настроения, настроения грусти. Oh, when they heard that from Dwarka Krishna was going to Kurukshetra at the time of the Surya Grahan, solar eclipse, then the bridge buses with a great hope of not only meeting Krishna there, seeing Krishna there, but they went there with a great hope that from there they would bring him back to Vrindavan, back to his home. В Раджабасе очень обрадовались, когда подходило время Сурья Грахана, когда подходило время солнечного затмения, потому что они услышали, что из Двараки Шри Кришна отправится на Курукшетру. И там они могли не только увидеть Шри Кришну, не только пообщаться с Шри Кришной, но также они надеялись на то, что оттуда, с Курукшетры, они приведут его обратно домой, во Вриндаван. But what happened when they met with Krishna at Kurukshetra? Но что случилось, когда на Курукшетре они встретились с Кришной? See, Krishna said to Radharani. Шри Кришна сказал Радхаране. Раките тумара жива, севиами нарая, тарашакти ашини синиши, томасане кридакари, ниши джай джадупури, туми мора мана. Oh Radhika, I know how difficult it is for you to stay alive in my absence. Шри Кришна сказал, Радика, я знаю, как тебе тяжело оставаться в живых в моем отсутствии. So when I was a boy, I saw my father. He used to worship Lord Narayan. Когда я был мальчиком, я всегда наблюдал за тем, как мой отец поклоняется Господу Нараяне. But I was too busy playing to do these religious things. Занят играми для того, чтобы посвящать время духовности. But now I am older, I realize. Сейчас я постарше, я начал понимать важность всего этого. So being in Dwarka, I've been doing puja every day, like my papa used to do to Lord Narayan, and praying to Lord Narayan, please keep my Radhika alive. Находясь в Двараке, я совершаю поклонение, подобное тому Господу Нараяне, подобное тому поклонению, которое совершал мой отец во Враже, во Вриндаване. И я молюсь о том, чтобы Господь Нараяна не позволил Радике оставить тело, чтобы он держал ее в порядке. And Lord Narayan, being pleased with my service, gave me a benediction. И Господь Нараяна, будучи удовлетворенным моим служением, он дал мне такое благословение. То есть такое отношение мадхурья являет Кришна. Oh, Radhika, he gave me the blessing that secretly, invisible to other people, every night from
Yadupuri from Dwarka. I come to Vrindavan and enjoy sweet pastimes with you and then return in the morning. Every night, by the blessing of Lord Narayan. But the problem is this. You think it's just a sport. И по милости Господа Нараяны я получила такое благословение, что из Ядупури, из Двальки я каждый день могу приходить во Вриндаван и ночами встречаться с тобой. И эти встречи, они являются реальностью, но проблема заключается в том, что для тебя это всего лишь спорте, всего лишь такое некое видение, как дымка. So when Radhika heard this, she was heartbroken. She was thinking, that means he's not coming back. He's just brushing me off by saying, I have this benediction, I'm meeting with you every night anyway, and I'll stay in Dwarka. Когда Радика услышала об этом благословении, то она подумала, ну что сказать, Кришна просто пытается избавиться от меня таким образом, что он говорит, да, я буду занят Двараки своими делами, своими обязанностями, а с тобой я, так сказать, временами буду встречаться где-то там в каких-то спурте. То есть, что он не собирается даже возвращаться обратно, так это Радика прочитала. So, Shrimati Radhika said, Ahuscha Teina Lina Naba Padara Vinda Yogeshwara Already the chinchara gada bodhai. Oh, if you want to appear in my heart, then anyara ridayaman moraman brindavan manabani ekakori jani. Then my heart is Vrindavan. So please, it will be your true benediction if your lotus feet will come back to Vrindavan. И поэтому Радика сказала, что мое сердце это Vrindavan, поэтому это будет подлинное благословение от тебя, если ты не будешь мне являться время от времени, если ты просто вернешься во Вриндаван, потому что Вриндаван — это мое сердце. И поэтому, не вернувшись во Вриндаван, ты не можешь говорить о том, что ты вернулся ко мне. Sri Krishna said, I will return, but I just have two or three more enemies, demonic kings to kill, and then I can return. Шри Кришна стал обещать, он сказал, я вернусь, но, понимаешь, есть еще два-три демонических царя, с которыми мне надо расправиться, прежде чем я спокойно вернусь во Вриндаван. So Sri Krishna, the bridge passes came back to Braja, and Krishna went back to Dwarka. После встречи на Курукшетре Кришна отправился обратно в Двараку, Браджабаси пришли во Вриндаван. So when the bridge passes came back to Braja, they came here to the forest of Lohavan. И когда Браджабаси вернулись обратно во Браджу, то они прибыли сюда в лес Лохаван. There was a friend of Ananda Maharaj, who was a local king here. Ананда Махараджа был друг, который был здесь местным царем. And he welcomed Ananda Maharaj with great respect, Gaurav. И он с величайшим уважением встретил Ананду Махараджа, Гаурава. So there's a village nearby called Gauravai. Здесь the place where Ananda Maharaj was received with great respect from the local chieftain. И здесь находится неподалеку деревня Гауравай, которая символизирует этот величайший респект, это величайшее уважение, которое местный царь выразил Нанди Махараджу, когда тот прибыл сюда со своей общиной. And then, after some time, Sri Krishna came from Dwarka to Mathura to fight with Dantavakra. Через какое-то время Шри Кришна прибыл в Матхуру для того, чтобы сразиться с Дантавакрой. And Видурата. И Видурадой. And after Krishna killed Dantavakra and Vidurata, then Krishna put down his weapons, and for the rest of his lila, he never took up a weapon. That was it. И когда Шри Кришна сразился с Дантавакрой и Видуратой, то он больше никогда в жизни не брал оружие в руки. То есть это был последний момент, когда он взял какое-то боевое оружие. So the messenger came to the bridge bases and told them, oh, Krishna is in Mathura. He came to fight with Dantavakra. Посланник из Матхуры прибыл во Враджу и сказал, что Шри Кришна находится в Матхуре. Он прибыл с тем, чтобы сразиться с Дантавакрой. So there's a village nearby called Datiha. That means the place where Krishna killed Dantavakra. И вот здесь неподалеку, там неподалеку находится место Датиха, называется в деревне. Название это символизирует место убиения Дантавакры Кришной. So the bridge bases were thinking, if Krishna, after he's finished his business here, he'll go back to Dwarka. Браджабаси думали, что если Кришна он закончит свои дела здесь, в Матхуре, отправится после этого обратно в Двараку. But from Mathura to Dwarka, the main road comes through here. Но все равно главная дорога из Матхуры в Двараку проходит вот здесь. So the bridge bases, they camped on either side of the road here in Lohavan. И поэтому здесь, в Лохаване, по обе стороны дороги Браджабаси выстроились, встали. And they were waiting. И ждали. Thinking, now Krishna is a big prince and a very important person in this world. Думаю, что сейчас Кришна занял положение принца, стал очень важной личностью в мире. So he has no time for us villagers anymore. У него просто нет времени для нас деревенских жителей. But if we camp here on both sides of the roads, when he's riding on his golden chariot back to Dwarka, as he rides past, we'll all be able to say,
and wave at Krishna as he goes by. Но если Шри Кришна занимает такое важное положение, если он будет проезжать здесь, отсюда, из Мадхура в Двараку, то на своей золотой колеснице, проезжая мимо нас, если мы тут разобьем лагерь, то хотя бы в этот момент мы сможем помахать ему ручкой и сказать «Привет, Кришна!» Вот так. So this was the place where the bridge buses were waiting. Это было местом ожидания Кришны. So after Krishna killed Vidurata, he crossed the Jamuna in his chariot. После того как Кришна убил Видурата, то он пересек Ямуну. And as he was approaching this place, и по мере того как он приближался к этому месту, he blew his conch. Он подул в раковину свою. And the bridge buses, they heard it. И Браджабаси это услышали. And their hairs were standing on end. И волоски на их теле встали дыбом. Is that Krishna returning? Это что, Кришна возвращается? And they heard the ground was shaking. И они почувствовали, как земля под их ногами дрожит. And they heard the rumbling of the chariot wheels. И они услышали вот этот звук колес колесницы. And all the bridge buses, they looked in the distance and they could see the dust rising up from a chariot. Браджабаси стали вглядываться вдаль и увидели, как пыль вздымается от колес колесницы. And they thought, is it really Krishna coming? Они подумали, неужели это правда Кришна? And then they could see the flag sticking out from the dust cloud. Вдруг выступающим они увидели флаг из этого облака пыли. And on the flag there was the symbol of Garuda. И на флаге был символ Гаруда. And then when they saw the symbol of Garuda, then they knew Krishna is coming on the chariot. И когда они увидели на флаге Гаруду, то они поняли, что действительно это едет Кришна. So they could not help themselves. И они даже ничего с собой поделать не могли. Already when they heard the conch shell, they started to run in the direction of the chariot. Как только они просто звук раковины услышали, они уже ринулись по направлению к колеснице. But when they saw it was actually Garuda on the flag. Но увидев Гаруду на флаге. Then they had such intense sattvic bhavs. У них такие интенсивные сатвика бавы. One of them is becoming stunned. Stamba. Кто-то испытал стамбу, просто замер на месте. So they were all running. Они все бежали. In ecstasy, they all froze like statues. В экстазе замерли, заморозились как статуи. But they did not even know that they had frozen. Because in their heart they were still running. Но они даже не заметили того, что они испытали эту стамбу, что они заморозились, потому что в своих сердцах они все еще бежали по направлению к Кришне. And Sri Krishna pulled up on his chariot. И Шри Кришна он спустился с колесницы. And then he jumped down from the chariot. Остановил колесницу, спрыгнул с неё. And all the bridge buses ran and surrounded him. И все браджабаси подбежали и окружили его. And they were singing. И пели. Nivas, he who lives with his Nijajan, with his own family members, he came back to live with his own family, not with those foreign people in a foreign land from another caste. Дайте же на Нивасу славу тому, той личности, который пришел жить со своими Nijajan, который пришел жить со своим кругом людей, со своими собственными людьми, а не там, где-то там живет Мадхура Дваракабаси. Devaki Janmavado. Devaki Janmavado. You know, there are so many theories. Mayavad, Advaitavad. So this is Devaki Janmavad. There was a theory that he is the son of Devaki, but it's not true. Now he came home. Знаете, что существует много различных теорий. Это называется Вад. Это означает, что есть Брамавад, Майавад, Деваки Джанавад. То есть теория того, что Шри Кришна является сыном Деваки. Дубирасяна Дхарма. By his strong arms he destroyed religion. That means he killed those last three or four demons that were left, and now he came home. Своими сильными, могучими руками он раскрушил всех демонов, и последних двух-трех демонов он прикончил, и сейчас вернулся домой. So this is the place of the ecstatic return to Braj, an ecstatic meeting of Krishna with Brajvasis after long separation. Поэтому это место является местом возвращения Шри Кришны в Вриндаван и также местом величайшей встречи. Nanda Maharaj and other Brajvasis, they were so happy, but after some time they said, actually, your golden chariot is here, it makes us feel uncomfortable.
Нанда Махарадж и другие гопы, гопы, они были очень счастливы, но через какое-то время они сказали: Кришна, ты знаешь, вот эта твоя золотая колесница, она как-то не вписывается, мы себя очень некомфортно чувствуем в ее присутствии. Потому что, может, это просто указывает на то, что через несколько дней ты запрыгнешь на эту колесницу и спокойно уедешь. So Krishna said, no, I will not do that. Кришна сказал: не, этого я больше не сделаю. Now I have come here to stay. Сейчас я вернулся, чтобы жить с вами. And his chariot has seen his mystic powers, it expanded. And all the bridge buses got onto the chariot. И у этой колесницы золотой Кришна, у нее есть такая удивительная мистическая сила, что она может расширяться и сужаться. И вот она так расширилась, так что все браджабасы на нее вскарабкались. I'm not going to Dwarka, let's go back to Vrindavan. Кришна сказал: я не собираюсь ехать в Дварку, поехали все вместе в Вриндаван. So all the bridge buses got onto Krishna's chariot. И все браджабасы. Together he took them across the, they just blinked their eyes. And then they saw they'd arrived in Vrindavan. И все браджабаси, они залезли на эту золотую колесницу Кришны, и на самом деле им даже ехать не пришло, они просто закрыли глаза, и когда они открыли глаза, то они были во Вриндаване. In another form, Krishna got on the chariot and went back to Dwarka in his expansion, Vaibhav Prakash. В своем Vaibhav Prakash, в своем проявлении, Шри Кришна забрался на колесницу и уехал в Двараку. And Krishna and all the bridge buses went to Vrindavan, and then they didn't know anything. But if we were there, we would see that they became aprakats. So Krishna and all bridge buses are still eternally playing in Vrindavan. But that's how Krishna made his leela with the source, Braja source. It's become aprakat at that time. И по другой версии, когда Кришна уехал на своей колеснице в Двараку обратно, то все браджабаси, они вернулись во Вриндаван, и для глаз этого мира они стали апракат, они стали непроявленными, они просто как исчезли, закончили свое существование. Таким образом, Шри Кришна, он для глаз людей этого мира, он показывает то, как заканчивается его лила. Лохавана ки, Кришна кунда ки, And with Kirtan, we'll go to Krishna's golden chariot and take us back to Vrindavan. С Киртаном отправимся к золотой колеснице Кришны, и она заберет нас во Вриндаван.